Добрый день, мои дорогие любители вязания. Мы сегодня с вами продолжаем вязать наш квадрат. Остановились мы с вами на вот этом моменте. И теперь нам нужно с вами связать углы. Разбить углы в этом цветке. Для начала вязания нам нужно с вами закрепиться новой ниточкой. Что я делаю? Вот смотрите, вот в этом, от этого углубления мы считаем 1, 2, 3, 4, вот в пятую петельку я зашла и фиксирую новую нитку. Ее мы провязали. Теперь поворачиваем наши на изнанку и будем вязать в эту сторону. Вот эта ниточка, мы ее потом спрячем, да? И сейчас я вяжу 1, 2, накид. И вот здесь я пропускаю 1, 2, вот в третий, да, я связала столбик с одним накидом. 1, 2, накид. Здесь мы с вами 1, 2, в третий столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, накид, 1, 2, в третий столбик. Видите, мы с вами начали с одного лепестка, соединили, связали 2 столбика, 2 воздушных петли, накид, и вот наш с вами третий столбик. Теперь 2 воздушных петельки, накид. Вот у нас с вами здесь была воздушная петелька. Мы зашли в нее, связали столбик, 3 воздушных петли накид и связали сюда же столбик. Вот видите? Теперь 2 воздушных петельки накид, 1, 2 в третий. 2 воздушных накид, 1, 2 в третий, 2 воздушных накид, 1, 2 в третий столбик. Вот мы с вами уголок сделали. Теперь переходим на эту сторону. 2 воздушных петли накид, 1, 2 вот в третий столбик. Видите, мы начали вот с этой стороны с вами. Теперь и должны закончить. Вот это у нас с вами будет уголок. 2 воздушных петельки, накид, 1, 2, вот в третий мы вяжем с вами столбик. Даже мы сюда с вами свяжем столбик без накида. Вот 1, 2, в третий столбик без накида. Вот так. Как начинали, так и завершили ряд. Видите? Теперь я делаю воздушную петельку, поворачиваю вязание на лицевую сторону. И мы начинаем с вами обвязывать. 2 столбика без накида и сам столбик. Один столбик, второй столбик и в сам столбик третий. 2 столбика и в сам столбик третий. 2 и вот третий. Так мы с вами вот эту сторону связали, дошли до уголка. Видите, угол. В углу мы с вами вяжем 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика есть, 1 воздушная петелька и сюда же 2 столбика, 1 и 2. И опускаемся вниз в столбик, 2 подарочку, столбик, 2 под арочку. И так довязываем до вот этого края. Мы обвязали с вами весь вот этот уголок, да?
Теперь вот здесь у нас с вами был столбик без накида. Мы должны в него зайти. Давайте я сделаю вот так. И в рядом стоящую петельку связала тоже еще один столбик без накида. Теперь 1, 2, 3. Повернули наше вязание. 2 воздушных петельки, накид. И вот в этот столбик вяжем столбик. 2 петелечки, столбик. 2 петелечки, столбик. То есть столбик над столбиком. Я уже покажу полностью весь уголок, потому что все углы будем вязать одинаково. Да, вот так. И теперь у нас здесь с вами есть одна петелька. 2 воздушных петли накид. Мы заходим в эту петельку, столбик. 3 воздушных петли накид. И в эту же петельку еще один столбик. 2 петельки накид вот в этот. 2 петельки в этот. Ну и так мы, в принципе, с вами опускаемся до следующего края. Мы дошли с вами до этого угла, до этой стороны. 2 воздушных петельки. Вот сам столбик мы будем вязать вот сюда. Вот у нас был здесь с вами столбик без накида. Нам в него нужно связать столбик с одним накидом. Вот так. Теперь 2 воздушных петельки. Пропусти 2 столбика и столбик без накида. Видите? Мы с вами поворачиваем вязание. Я делаю 1 воздушную петельку. И опять обвязываем эту арочку. 2 столбика в сам столбик, столбик. Под арку 2 столбика, сам столбик, столбик. Мы дошли с вами до угловой арки из 3 воздушных петель. Мы ее вяжем точно так же, как и нижнюю. 1, 2, 1 воздушная петля и сюда 1, 2, заходим в столбик. И опускаемся по этой стороне. Смотрите, мы с вами прошли все по этой стороне и дошли до вот этого момента. Здесь мы с вами тоже вяжем столбики без накида. Их у нас с вами будет вот 3. И вот не в ряд, а в рядом стоящую петельку мы с вами связали столбик без накида. Вот это у нас с вами получается часть угла. Сейчас мы с вами должны обрезать нитку и закрепить. Таким образом мы с вами свяжем вот в этой части, в этой части. То есть сейчас мы закрепим с вами ниточку. Вот теперь следующий угол мы с вами начнем вот с этой точки. Мы точно так же должны с вами сделать, допустим, 1 2 3 4, вот 5, взять ниточку, да, закрепить, повернуть наше вязание. 1, 2, накид. 1, 2, столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки, накид. Здесь 1, 2 в третью. Итак, в принципе, мы с вами повторять будем все 4 раза. Делать 4 уголка. И затем мы их соединим вместе. 1, 2, 3. Видите, мы с вами вот этот соединили. И теперь, что мы делаем с вами? Тут у нас уголок 2 воздушных петельки накид. Здесь у нас была с вами петелька. Мы в нее зашли. 1 столбик, 3 воздушных петельки, 2 столбик. И опускаемся, идем вот к этой стороне. Смотрите, начали мы с вами с этой точки, прошли вот этот бугорок, перешли на следующий. Теперь вот последние 2 воздушных петельки, 1, 2, в третью мы с вами вот здесь соединим столбиком без накида.
одна воздушная петля, мы поворачиваем и обвязываем с вами вот эту сторону. Далее, все понятно, мы с вами делаем все точно так же, как, вернее, здесь делаем точно так же, как и здесь, точно вот такой уголок, да, и останавливаемся. Точно так же мы с вами сделаем с этой стороны и с этой стороны уголок. У нас будет с вами вот таких вот 4 угла. Так, продолжаем. Если непонятно, смотрите схему или же возвращайтесь назад и смотрите видео. Видео так получается очень длинным. Так, вот смотрите, я связала все уголки, да, вот у нас что получается. И теперь мы должны все это соединить воедино. Вот у меня, где? Вот у меня завершила я обвязывать свой очередной последний угол. И с этой точки, когда мы с вами завершили, вяжем 1, 2, 3. Это будет столбик у нас. Мы поворачиваем с вами вязание. Две воздушных петельки накид и вяжем в столбик, который соответствует вот столбику, идущему по ходу движения. Две воздушных петельки накид и столбик. Две петельки накид, столбик. То есть, как вы понимаете, мы все с вами повторяем, только единственное, что мы с вами соединим все эти уголки вместе. Угол, вот мы дошли с вами до уголка, да, здесь вяжем то же самое, накид в арочку, один столбик, три воздушных петельки, накид, второй столбик, ну и так довязываем сторону. Провязали мы с вами и эту сторону и дошли до момента, где у нас был угол, обрывался. Две воздушных петельки накид мы вот в эту вяжем столбик с двумя накидами, две воздушных петельки накид и вяжем вот сюда столбик, вот так. Теперь две воздушных петельки и у нас вот сюда продолжаем вязать. Дальше все по кругу. И затем еще обвяжем. Видите, мы просто соединяем с вами вот уголки. Я прошла весь ряд, как вы видите, да, соединила. И теперь вот с этой точки мы с вами начинали наш квадрат. Вот здесь в третью петельку подъема, или же я сделаю вот так, соединительная петелька. Мы теперь можем с вами повернуть, это у нас с вами лицевая сторона, и обвязать столбиками без накида, как всегда. Два столбика под арку, третий у нас идет в сам столбик, два под арку и третий в столбик. Все точно так же. А в уголочке мы с вами вяжем 2 столбика, петелька и 2 столбика. И так провязываем все по периметру и завершаем этот квадрат. Итак, вот мы с вами обошли, видите, все по кругу, соединили. У нас цветок оказался в центре. Последний столбик обрезали, закрепили ниточку и спрятали. И вот. Теперь остается отпарить, и у нас готов красивый мотив. Соединить мы с вами можем иглой, или же при том, как мы будем с вами соединяться, обвязывать столбиками. Но я думаю, иглой будет удобнее. Вот, пожалуй, все, что я сегодня вам хотела показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, а вам творческих успехов и до скорых встреч!